Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы начинаем играть в Company of Heroes Tales Valor. И начинаем с первой миссии. Ну, выполнено это, я пробовал просто. Мы это начинаем по новой. Это Company of Heroes кардинально отличается от второй части. Отличается отсутствием, наверное, грязи. Ну, игра сделана про американцев. Что вы хотите? Нажмем любую клавишу. Еще THQ, не Sega. Еще до банкротства. Ну, релики, понятно. Кстати, да, очень напомнило. Система укрытий, как я играл в Warhammer. А сейчас у нас фильм «Спасти рядового Райана». Наша цель — склон на побережье. Используя эти укрытия, продвигайтесь вперед. Не останавливаться, пока не доберетесь до склона. Все из лодки! Пошли, пошли, пришло. Напомните только вперед, мы должны сделать это. Шот и Эйбл, приготовиться. Внимание. 3 секунды. 2. 1. Пошли, пошли, пошли. Ну, вот, собственно, и играем. Рота Эйбл разбросана по всему пляжу. Нам нужно добраться до укреплений. Теперь мы должны 25 человек довести до... до берега.
Отличная работа. Рота Эйбл вся здесь. Где же эти чертовы инженеры? Нам нужны инженеры, чтобы взорвать колючку. Да, сейчас... Приведите их к склону. Уведи инженеров отсюда. Это инженеры застреливаются со всех сторон. Инженеры, сюда. Сейчас. Где снайперы, я видел? Да, по-моему, грохнули. Нам надо убраться с чёртова берега! Необходимо уничтожить тот бункер! МГ-42, 2! Инженеры, взорвать колючку! Хорошо, дайте мне. Так, мы готовы? Ложись! Берегись! Есть, колючую проволоку взорвали. МГ прикрывают бункер. Уничтожьте их! Так, где мои войска еще есть? Какие-то туда гранаты уже прижали, да? Что ж ты будешь делать? Сумел. Сержант Конти. Готовы? Да, сэр. Но в этом было по-другому, конечно. В фильме. Туда огнеметчик отработал. Нам необходимо заткнуть эти 88-е. Распорядитесь. Слушайте приказ. Первое отделение, выдвигайтесь. Так. Док Уайт под огнем. Эйбл. Захватите этот бункер. Так, ребятушки, вы чуть отойдите в стороночку. Вы кто? Окрет небезопасен. Пошлите туда нескольких человек. Уничтожьте всех немецких солдат, охраняющих подход. Так, где мне снайперы где-то были? Не было уже? Быстренько пополнимся. Берем гранату. Так, тут инженеры. Куда вы пошли? Ой-ой! Может, гранаты докинешь? Не докинешь. Так и дай ты туда взрывчатку, ёпперсоте. Готовы,
Так давай сюда стреляй. Че ты? Ой, не так, не так. Идет подкрепление в подразделение пехоты. О. Но Грэд небезопасен. Боец, захвати это оружие. МГ-42, легкий, да. Да. Отлично. Так, вы. Поддерживают те пункты. Если мы сможем взорвать их с помощью взрыв-пакетов, мы ослабим огонь в нашем секторе. Это все хорошо, это понятно. Так, это пушка, да? Так, вы давайте сюда. А докуда добьет наша артиллерия? Да? Артиллерия ждет целей. Цель получена. Обеспечиваем огневую поддержку. Не может, да? Куда? Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Входим. Так, давайте инженерами. Возьмем пулемет. Еще нет. Вот почему ты не можешь выстрелить, да? Вот сюда вот. Можешь? Так, ты куда побежал? Обалдеть. Есть еще один бункер. Так, тут вроде... Ага, тут пулеметчики. Куда ты пошел? Куда он пошел? Ну кидай тогда. Так кинь же ты, придурок. А, кинул. Так. У вас нету, да, пулемета? Давайте сюда. Немецких снайперов. Вы поднялись наверх, да? Хорошо. Меня почти попали! Слушайте! Инженеры попали! Вперед!
Зенитная батарея уничтожена. Прекрасная работа. Сержант Конти, передайте по рации в штаб, что побережье очищено для высадки танков. Ну. Вот первая миссия и закончена. Ой, дали медальку. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.